Третье место досталось ярославцу. Наш земляк, мастер спорта международного класса Дмитрий Фомичев, привез бронзовую медаль из Орла, где завершился Кубок России по тяжелой атлетике. За первенство боролись более 160 спортсменов из 40 регионов, 55 женщин и 112 мужчин. По сумме двоеборья в самой престижной весовой категории плюс 105 килограммов Дмитрий Фомичев стал обладателем бронзовой медали.